Ну что, девчонки, молодцы. Ну, помимо вас, еще вон куча народу танцевала. Давайте вам сейчас фирменный вопрос, и вы получите газировку. Скажите, а в чем отличие старого магазина от нового? В чем поменялся формат? Если внимательно слушали. Давайте, кто знает ответ? Да, поменялась вывеска, что еще? Правильно. Дизайн магазина поменялся. Правильно. Что еще поменялось? Ассортимент новый, конечно. Что еще? Правильно, правильно. Вывеска. Ну да, конечно. А что самое главное? Кто у нас